Всем привет, друзья, с вами Колян. Сегодня у нас на обзоре Apollar Air Duster. Это воздуходувка и пылесос в одном флаконе. Покупал ее давно, месяца 3-4 назад. Сегодня мы ее протестируем. В конце видео, скорее всего, у меня есть старый компьютер, системный блок. Мы почистим его, поскольку чистил я его, скажем так, себе. А новый компьютер на данный момент в чистке не нуждается. Пойдем к столу, погнали смотреть. Вот так вот выглядит данная воздуходувка изначально в коробке. Что мы имеем? Значит, смотрите, 2000 мАч умножено на 3, то есть 6000 ампер-часов здесь аккумулятор, 2-амперная зарядка, мощность 10 Вт, время зарядки полное 3 часа, и время работы от батареи 0,25 от получаса до 15 минут. Так, что здесь еще мы имеем интересного? Две скорости, какой-то мотор непонятный, пылесос, продувка и быстрая USB, что немаловажно. Давайте откроем, посмотрим, что внутри у нас с вами. Так, сразу нас встречает мануал. Но мануал, скорее всего, здесь ни слова, наверное, по-русски не будет. Давайте глянем. Так, ну да, по-русски здесь, я так понимаю, слова нету ни одного. Вот, пока уберем. Так, здесь у нас идет вот такая вот щеточка. Щеточка у нас идет с регулировкой. То есть можно вообще ее опустить вниз. Будет такая довольно узкая. Можно выставить на максимум. Вторая щетка. Здесь уже без регулировок. И зарядка без адаптера. Но USB-C. Это хорошо. Так. Там пока отложим. Смотрим дальше. Сам прибор у нас находится внутри. Вот так вот он выглядит. Так, вот так вот он выглядит. Значит, у этого прибора 4 рабочих режима. 2 на пылесос и 2 на воздуходувку. Значит, как они переключаются? Все очень просто. Вот здесь вот у нас подписано. И путем движения вот этого вот корпуса мы перетаскиваем вот этот ползунок. То есть, раз, сейчас он будет работать в режиме пылесоса. То есть, всасывать вот этой вот, втягивать вот этой вот стороной. Можно работать как вот непосредственно вот этим вот, что-то, допустим, втягивать. Либо можно надеть сюда насадку. Насадку одеваем, у нас появляется вот такая вот щеточка с ворсинками. Значит, очень удобно чистить что? Компьютер. Я, кстати, потом покажу в конце видео. Смотрите до конца. Почистим мой старый компьютер, поскольку новый в чистке, скажем так, пока еще не нуждается. Ему всего 3 месяца. А старый, перед тем, как продавать системный блок, я решил полностью почистить еще. Так что досмотрите до конца, будет интересно. Я думаю, мы с вами почистим сегодня компьютер этой штуковиной. Вот. И в режиме, также есть режим воздуходувки. Переключаем обратно. Но, ребята, самое важное. В режиме воздуходувки желательно снимать вот эту вот штуковину с фильтром. Опять же, здесь у нас съемный фильтр. Так вот он выглядит. Все легко очень моется, чистится. Внутри у нас прорезиненное отверстие такое, открывашка, чтобы сюда все, что сюда залетало, обратно не выходило. Как обратный клапан будет работать. Вот. Так, пока все отложим. И в режиме воздуходувки у него есть две скорости, переключатель. Первая, ноль, вторая. Когда, кстати говоря, когда идет зарядка, зарядка у нас с этой стороны находится, вот Type-C мы видим. Когда идет зарядка данного прибора, у нас горит оранжевым здесь светодиод. Когда зарядка закончена, он просто гаснет. При работе он также вроде бы как горит, сейчас посмотрим.
Да. Но дует он достаточно хорошо, я могу сказать. Смотрите. Это на первой скорости. Вот на второй скорости. Продувает он прямо замечательно. Ничего не могу сказать. Смотрите. Можно... Вообще вот эта вот часть у него снимается. Он становится вот таким вот, и можно надеть сюда щеточку. Тогда мы сможем почистить, допустим, с вами какие-то детали на клавиатуре. Можно продуть клавиатуру полностью. Также возможно продуть компьютер, допустим, материнскую плату, чтобы не повредить ни конденсатора, ничего на ней. Очень удобно подойдет. Щеточки такие довольно мягкие, но и довольно жесткие. Что-то среднее. Так, давайте снимем обратно. Наденем наш старый. И, кстати говоря, уже мое замечание, можно увеличить еще длину, если надо куда-то подальше залезть, можно одну на другую одеть, и длина как бы существенно увеличивается. Вот. Так, теперь перейдем мы с вами в режим пылесоса. Для этого мы что делаем? Берем наш фильтр, точнее сам контейнер. Вставляем в него вот этот фильтр. Все, жестко садится без каких-либо нареканий. Прямо хорошо. Тут тоже до щелчка небольшого. Закрываю. Давайте даже не так, а вот так вот сделаем, как он был в коробке изначально. Вот, до щелчка закрыли. И сейчас мы с вами, ну, смоделируем, допустим, ситуацию. Смотрите, допустим, вы что-то готовили на кухне. И, допустим, вот у вас рассыпался рис. Вот так вот он рассыпался. К примеру. Либо в автомобиле у вас что-то случилось. То есть мы можем одеть сюда. Мы переключаем наш режим на пылесос. Давайте сначала без этой штуки. И вот в режиме пылесос на первой скорости посмотрим, как он справится. Так он справляться не хочет. Странно. Давайте попробуем с этой штуковиной. И вот, что мы видим, весь рис там. Я понял, почему он не справился первый раз, потому что я помыл изначально перед использованием. Вынимаем с контейнера обратно. Ничего не выпадает, потому что у него резиновая заглушка там. Нам остается только аккуратненько это снять и выбросить. Вот примерно так это и работает. Опять же, мы можем продуть вот этот контейнер при помощи воздуходувки. Что тоже очень хорошо. Давайте отложим. Значит, кому эта вещь понадобится больше всего? В принципе, она подойдет всем людям, но, как по мне, необходимо тем, кто любит свое железо, кто следит за ним, потому что железо – это живой организм, все мы знаем, что оно тоже хочет жить, оно тоже хочет быть здоровым. То есть, если мы за ним не будем следить, там появятся валенки нарастут у нас на кулерах, на всем, чем только можно. А потом мы удивляемся, почему у нас температура вдруг растет, процессора, видеокарты и так далее. Лучше до такого не доводить. Поэтому он вам в помощь. Очень хороший прибор. Если даже взять, допустим, покупку сжатого воздуха в баллонах и сравнить с ним. Да, кстати, по цене. Он стоит, покупал я его 3 месяца назад с половиной, он стоил на Wildberries где-то 5200. Ну, сейчас она варьируется, так понимаю, от 6,5 до, не знаю, минимальная, наверное, 6 можно найти, за 6 можно найти. Вот. Ай, что бы вам еще рассказать? Автомобилистам очень подойдет. В бардачок положили, вот такую вот, в собранном виде.
Вот так вот просто в собранном виде закинули в бардачок, он лежит. Вам не мешает вообще. Убрали, положили, все, пускай лежит. И это как бы, ну, оно пригодится вам потом. Потому что, допустим, что-то у вас случилось, захотели что-то пропылесосить или коврик убрать, там что-то просыпалось. Моментально достали, убрали, поставили обратно. Также вот эта насадка, которую только что мы разговаривали, вот это вот, очень подойдет для квартиры. Допустим, вот убрали на низ, поставили. Надо где-то за креслом, вот в узком месте, там, где соприкасается подушка и кресло. Вот в узком месте тоже можно пройтись, не помешает. Тянет он очень хорошо. Есть видеоролики в интернете, я видел, где, смотрите, если хотите, где при помощи вот такой вот, вот этого конуса синего, человек чуть ли не, ну, как по нашим деньгам, одну-двухрублевые монеты она спокойно затягивает внутрь и оставляет их там. Штука очень хорошая. Давайте сейчас, наверное, перейдем к продувке компьютера. Посмотрим. Строго, кстати говоря, не судите. Это первое видео полноценное на моем канале. Так что как-то так. Подпишитесь, лайк поставьте. Погнали смотреть, как я буду чистить компьютер. Ну вот, друзья, наш с вами системный блок. Смотрите, он грязный. Я не знаю, видно хорошо на видео или нет, но достаточно. То есть я чистил его, я относительно чистил. То есть, скажем так, практически не чистил. Ну давайте попробуем пропылесосить его немножко. На первой скорости. Как видим, какая-то грязь накопилась в нашем пылесборнике. Так, как бы мне сейчас еще вот туда вот залезть? Угу. А, и вот, допустим, пожалуйста, пылесборник мы снимаем, и мы решили просто продуть наш компьютер. Надеваем. Можно даже без этого самого. Переключаем на воздуходувку. И вот сложные места, то есть радиатор от кулера. Все продувается. Ну вот примерно такой обзор получился. Стоил, кстати, по стоимости, покупал я его примерно за 5000. Сейчас они стоят примерно около 6,5. Как по мне, так это лучше, чем покупать баллоны со сжатым воздухом, поскольку эта штука, ну, я так понимаю, она долговечная, если аккуратно, правильно пользоваться. И какой смысл, если сейчас баллоны с воздухом стоят примерно на 2022 год, на июль месяц. Нормальный баллон вы купите рублей за 350, за 400 с сжатым воздухом. Как минимум 2 надо. То есть вы так сходите раз 6, и вот у вас вы окупите полностью. Эта штука, точнее, сама себя окупает. Спасибо, что посмотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Колян. Всем пока.